Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 50 Ultra. И сейчас я покажу вам, как удалить или добавить Google аккаунт. Итак, открываем настройки, проходим в раздел «Пароли и аккаунты». Здесь у нас уже добавлен Google аккаунт. Давайте нажмем на него. И здесь мы можем его удалить. Мы нажимаем удалить аккаунт и подтверждаем. Нажимаем ОК и подтверждаем действие либо паролем, либо отпечатком пальца. Если вы хотите добавить Google аккаунт, мы нажимаем добавить аккаунт, выбираем Google, подтверждаем действие пальцем или паролем. И здесь мы можем уже ввести телефон или адрес электронной почты, также можем создать аккаунт. Нажать «Далее» и ввести пароль. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.